Вообще у человека главная психологическая составляющая. Если вы не готовы психологически дать отпор, то какой бы вы физически сильный не был, не были, как бы вы ни, так сказать, до этого не накупили, еще раз говорю, там оружие какого-то там, или еще чего-то там, попытались там побриться налысо из себя воспроизвести какого-то брутального там человека, который там ничего не страшно. Психологически не готов, вас тут же раздавят. Люди, которые тщедушны, но знают, как себя вот, поставить в той или иной ситуации. Поэтому у человека все взаимосвязано. Вы можете физически вызвать эмоциональное какое-то состояние, эмоциями вызвать что-то в физиологии у себя. То есть, улыбаясь, вы поднимаете себе настроение. Ну, это все знают, да? Что вставая, там утром нужно посмотреть на себя в зеркале и сказать, как хорошо, даже если там дождь идет или там что-то с вами случилось трагическое, если вы себя не будете поддерживать, то есть психологически вы будете все время впадать в депрессию, если себя не будете выводить из этого состояния, и у вас появится какая-то физическая болячка. И очень часто это происходит. Вот все вот эти, так сказать, онкологические заболевания, они происходят вот после того, как люди впадают в депрессию. И у них отказывает тот или иной орган, который у них, так сказать, более подвержен какой-то болезни.